Подписываемся на мой Telegram. Я там недавно получил галочку. Небольшой туториал, как вернуть Spotify после 11 апреля. До этого можно было сохранить свой аккаунт, но нам придется делать новый. Да, музыку поначалу придется искать заново, но это не самое страшное, согласитесь. Небольшая заметка. У некоторых получается зайти в свои старые аккаунты с VPN и поменять страну в настройках. Сначала попробуйте сделать это. Если не получится, что ж, придется делать новый аккаунт. Нам понадобится VPN со страной, где есть Spotify. Можно даже для браузера. Новая почта, ну или просто другая, потому что зарегистрировать на ту же самую не получится. Шаг первый. Включаем VPN, какой угодно, со страной, где есть Spotify, опять же. Шаг второй. Заходим на spotify.com, нажимаем на кнопку Signup, вводим данные, с этим не должно быть никаких проблем. Создаем аккаунт, ну и собственно все готово. Теперь у вас есть зарубежный аккаунт Spotify. Да, все так просто. Самое крутое, что само приложение Spotify будет работать без VPN. Но есть одно но. Надо заходить каждые 2-4 недели с VPN той страны, иначе все слетит. Делаем все эти простые шаги и пользуемся Spotify, а то на моей прекрасной странице за эти пару дней статистика упала в 2 раза. Также подписываемся на мой Telegram. Я там недавно получил галочку. Еще услышимся.